И всем привет, ребят, с вами Стройк, я записываю новый ролик. Сегодня ролик посвящен игровой тематике. Сегодня мы вместе с вами начинаем обзор вооружений, которые поверглись изменениям в балансе. И начинаем мы сегодня все это дело с вулкана. Если вам нравятся подобного рода видеоролики, вы хотите, чтобы я быстренько пробежался и записал все обзоры с измененными вооружениями, то обязательно поддержите данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот замечательный канал, ну и, конечно же, не забывайте про розыгрыш, который прямо сейчас у нас имеется на канале на 2 миллиона кристаллов, на 300 тысяч танкоинов по моему личному тегу. Для этого в настройках игры в аккаунтике устанавливайте мой личный тег TagTeamP. Дальше оформляйте покупку в магазине, заполняйте форму, которая есть в описании, ну и переходите и участвуйте в этом замечательном розыгрыше. Сегодня мы начинаем с вулкана все это дело обозревать. Вулкан у нас поменялся в своем балансе, и теперь у него очень сильно приваривается башня. При этом урон в секунду стал больше, и поджигаться сам вулкан стал тоже у нас меньше. Попробуем, посмотрим, что у нас из этого всего получится. Сыграю я даже без иммунитета от поджога. Не будем особо сильно зажимать, так как башня у нас особо хорошо поворачиваться не будет. Ну и по дрону будем использовать Гипериона. Посмотрим, насколько сильно он поменялся в балансе, нагибает ли вообще в принципе эта пушка, ну и будет ли она вообще хорошо работать в рамках нашего матчмейкинга. Также при всем этом мы используем Крусейдера как раз таки с устройством драйвер, чтобы у нас быстрее накапливался овердрайв. Ну и надеюсь, что удастся нам все это дело реализовать. Главное, чтобы нас закинуло не на супер большую карту, но нас закидывает как раз таки на такую, закидывает нас на Брест. Что касаемо резистов, то резистов от вулкана у нас нету. Ну и будем пробовать накидывать. И главная особенность теперь нового вулкана — это то, что у вас очень плохо крутится башня, и вам стоит более грамотно маневрировать своим корпусом, да, и где-то в моменте просто отжимать кнопку зажима урона, да. То есть я с точки зрения того, что даже не взял иммунитет от поджога, как раз таки этим и буду пользоваться и стараться буду все это дело реализовывать. Так, бомбочку мне здесь молодой человек накидывает, но вы видите, да, то, что когда корпус поворачивают, то башня очень сильно приваривается. Это при любом раскладе минус для пушки, но что касаемо урона, то урона у нас на этой пушке стало больше. Поэтому ваша задача теперь просто грамотно поворачивать как раз таки корпус от противника к противнику, и тогда у вас будет та самая возможность реализации вашего вооружения. Ну и что касаемо устройства, то я сегодня выбрал как раз таки адреналин на вулкан. Аптечки вулкан все так же супер эффективно и быстро может сбивать и уничтожать оппонентов. Так, сосулечку шикарную выдаем по аресу, который ставил мины. Ну и попробуем дернуть флажочек. Благо у меня дрон Гиперион, и на это возможности у нас и есть. Пробуем увозить. Падаем вниз. Ну и если вдруг доставочку здесь, да, сделаем. Так, подождите. Доставочка нет. Доставочки тут никакой даже и близко не будет. Быстро вылетает противник и контрит меня. И я, к сожалению, улетаю на респаун. Падает у нас оверка на центре. И я думаю, что мы подбирать здесь не будем. Поэтому чуть больше просто агрессивно пушим. И попробуем покидать урончик. Что касаемо самого вулкана, да, и его зажима, в целом не вижу особо вообще никакого смысла постоянно зажимать, да, с таким вулканом, когда у тебя башня не крутится. Поэтому нужно просто комбинировать и стараться наносить как можно больше урона, да. То есть ваша задача — просто увидели танк, зажали кнопку, быстро его зареспили. Если есть рядом еще один танк, то перевелись. Если рядом танка нету, то кнопку отжали. Раскрутка баллона стала очень быстрая, поэтому, в принципе, в этом плане реализация работает очень и очень эффективно. И вам, по сути, на сегодняшний день даже нет никакого смысла использовать иммунитет как раз-таки от поджога, потому что раскрутка баллона очень быстрая, и вы просто должны переводиться с одного оппонента на другого, на третьего, на четвертого, на пятого, и отжимая кнопку урона, наносить большое количество дэмэджа то по определенному танку,
И так комбинировать и все это дело реализовывать. Так, васпик у нас летит, но залетает у нас не по васпику, залетает у нас по диктатору. Что касаемо легких танков, то против легких танков на таком вулкане явно играть стало сложнее, потому что легкий танк может маневрировать, и тогда переводиться вам будет крайне-крайне сложно. Ну, либо если это ховер-танк, который стрейфит постоянно влево-вправо. А так, что касаемо самого урона, то у вулкана стало урона больше, и, соответственно, его возможность реализации стала лучше. И, ну, и самое главное, резистов от вулкана в матчмейкинге нет. Соответственно, если вы будете просто грамотно пользоваться этой пушкой, то у вас есть возможность очень и очень плотные накидочки по оппоненту. И все те ребята, которые сейчас после этого обновления говорят, что вулкан, мол, полностью убит, то, что он не нагибает и то, что он ничего не может сделать, то я с этим абсолютно, просто абсолютно не согласен. Потому что как раз-таки вулкану, в моем понимании, не хватало вот этой вот дополнительной возможности наноса урона, да, то есть не хватало ДПМа. Сейчас этого ДПМа хватает, но при этом у вас просто приварена чуть больше башни, да, и эта приваренная башня для меня лично, ну, не является абсолютно никакой проблемой, да. 15 киллов у нас есть за 3,5 минуты. Для такой карты это шикарнейший результат. Если удастся здесь набить какое-нибудь, ну, хорошее, адекватное количество очков. Ну, например, я не знаю, сколько тут можно. Ближе к 1000, если наберем, то будет очень-очень неплохо. Да, отжимаем кнопочку. Дальше опять добавляем урончик. В принципе, баллон сам у пушки хороший. Ну и с адреналином, я не знаю, мне очень сильно нравится, да, при том, что я играю первый раз на этом вулкане новом, да, я просто плюс-минус понимал, как он будет работать, да, и, ну, в таком балансе, да, он был уже раньше, он был раньше, когда башня крутилась крайне-крайне медленно, но при этом вулкан наносил очень большое количество урона. В принципе, сейчас так оно и есть, да, и по сути у нас даже с таким обновлением нет никакого смысла использовать устройство, которое называется регулятор скорости, или как-то так оно, короче, называется. Потом посмотрю, сейчас, может быть, даже нарез пойду, скажу. Да, потому что у вас и так раскрутка баллона стала крайне-крайне быстрой. И за счет этой быстрой раскрутки баллона у вас и так есть возможность постоянной реализации своей пушечки. Да, и вам не нужно, как я уже сказал, использовать никакой иммунитет. Так, зайдем в гараж, сейчас скажу, как это устройство называлось, которое не нужно уже использовать. Регулятор скорости стрельбы. Вот это вот устройство. Да, то есть сейчас это устройство абсолютно нет никакого смысла использовать. Лучше используйте просто дефолтный адреналин. Да, и будете наносить с меньшим количеством вашим ХП большее количество урона. И это будет мега-мега эффективно. Можно, конечно, пробовать еще использовать вулкана с как раз-таки замечательным устройством, как оно только называлось, я забыл. Устройство, которое у нас рикошетит. Рикошетит, которое рикошетит от стенок. Можно его тоже пробовать реализовывать. Но все равно для меня лично это устройство адреналина дефолтного является, ну, наверное, лучшим, что есть на сегодняшний момент времени. Тут даже когда фриз морозит, особо сильно ничего не меняется, потому что у вас и так башня приварена. И в целом вы все так же реализуете свою пушку. 6 минут остается у нас до конца. Полбоя у нас прошло. По очкам у меня 360. У ближайшего нашего тиммейта 190. У противника, у максимального, вообще 200 очков. Попробуем сделать доставочку. Давайте. Да, потому что я тут больше играю уже в какую-то ТДМ-ку. Было бы неплохо попытаться тоже увести, доставить что-то. Хоппер у нас тут лежит. Давайте заберем. Видите, насколько быстро умирает легкий танк под даже устройством, говорю, под кризис АДАшкой. Да, то есть урона наносит прям мега большое количество этот вулкан. Поэтому его реализация все так же мега и мега эффективна. Так, мамонт пытается нашего тиммейта здесь законтролить. Попытка увоза от нашего тиммейта. Страховочку ему нужно сделать. 100% здесь надо страховочка. Здесь надо страховочка. И страховочка желательно до флага. Попытка увоза от противника. Попробуем тоже законтрить все это дело, если он поднимется. Ах, он не поднимается здесь. Очень плохо. Еще и у нас флаг вернули. Ой-ой-ой-ой-ой. Все так хорошо, красиво начиналось. Мы уже были возле доставки. И тут бах, и у нас уже флаг вернули, и практически противник доставил. Ну, благо мы здесь сумели
включиться и разобраться с оппонентом. Васпику пробуем тоже накидочку урона хорошую показать. Плюс дополнительно бомбочка срабатывает. Так, ну мне в принципе с Гиперионом там то, что он, бомба его сработала, особо никаких проблем не наносит. Но вообще в целом урона очень много накидывается, очень много. И что самое главное, резистов в матчмейкинге от Вулкана сейчас никто не использует. Если были бы в большом количестве резисты, то понятное дело, что реализация этого Вулкана была бы сложная. Да, но в связи с тем, что резистов от Вулкана никто в матчмейкинге не использует практически, да, то реализация этой пушки находится на очень и очень хорошем, ну вообще в принципе состоянии, да. В принципе, состояние. 90% овердрайва у меня есть. Попробуем сделать килл. Ну и потом можно будет попробовать уже залететь на базу противнику. Забрать только надо вот этого васпика, который пытается здесь выжить. Так, ну и попытка увоза. Попытка увоза. Подборчик делаем. Пытаемся увозить. Есть у меня сосулечка, но хп крайне мало. Сосулю в упоре давать все равно в этом плане не хочется. 3,5 минуты до конца. 500 очков у меня. В принципе, для такой катки, если я наберу где-то 800 очков, то это будет очень хороший показатель. Да? И я уверен, что этот вулкан, например, на средней дальности карте, можно реализовывать значительно-значительно круче. Да, пробуем дать сосулю. Блин, неплохая, да, сосулечка? Типа у нас просто подлагивает, и из-за этого сосулями летит просто... как бы в противника, но на самом деле его вообще не цепляет. Ну и Хоппер, конечно, играет с клавиатурой. Это, конечно, очень сильно видеть на сегодняшний момент времени. Диктатор пытается раздать овердрайв. Пробуем забрать его сразу. Пробуем забрать. Ну, урона прям очень хорошее количество залетает. Да, и поджог самого Лукана тоже крайне-крайне маленький. Поэтому, если даже вы чуть-чуть пережимаете, то особо сильно большое количество... урона вам от поджога не наносится. Ну и на расстоянии, вы видите, да, насколько четко у нас тоже выстрелы летят. 35 киллов, 35 киллов, то есть, ну, грубо, за катку, если 50 киллов набивать на вулкане, то это хороший показатель. Да, понятное дело, что сейчас уже есть всякие разные пушки и устройства, с которыми делается большое количество киллов, да, и кто-то уже набивает там 50 киллов, думает о том, что да, блин, это же всего лишь 50 киллов, но на самом деле это очень и очень хороший показатель, да, 50 киллов для такой катки. Если мне удастся набить, то это уже очень и очень неплохо. Ну и плюс вы видите, да, насколько большое количество дэмэджа вообще вливает этот вулкан в противника. Плюс у противника нет возможности прожатия хорошей аптеки, потому что максимум, что эта аптечка ему дает, это плюс 1000 хп, потому что аптечка моментально сбивается. Ну а аптечка на 1000 хп это, ну, довольно слабая вещь. Довольно слабая вещь, будем очевидно. Да, ну и с расстоянием вы видите тоже, что теперь на этом новом вулкане за счет повышенной скорострельности вы можете наносить большее количество урона. Поэтому я не знаю, что все жалуются и говорят, что этот вулкан стал мега-мега плохой. Да, я скажу, что на нем спокойно можно играть, потому что я уже, повторюсь, на таком вулкане раньше играл. Да, и он в таком балансе раньше уже был. И очень хорошо и качественно именно такой вулкан реализовывался. Потому что у него с уроном нет абсолютно никаких проблем. Да, урона он наносит крайне-крайне хорошее количество. А, ну, приваренная башня, ну, это же дело привычки. Это просто дело привычки. Да, можно изначально там хейтить и говорить, блин, так у тебя там башня еле крутится. Но на дистанции, если так чисто подумать об этом всем, то я могу сказать, что это вообще не проблема. Еще и наши тиммейты доставляют флаг. Теперь остается нам только чуть-чуть поддефить 48 секунд. Поэтому становимся на верхнюю позицию и включается режим турбосушера профессионального. Так, ну и просто стоим, ждем, пока противник откроется. У меня овердрайв есть. Если вдруг кто-то откроется под нас, можем просто сразу оудик в точку дать, если вдруг в этом будет необходимость. Если кто-то нам залетит на базу. Я так смотрю, что даже особо никто и не рвется, да. То есть это хорошая, качественная победка с практически 40-очкой киллов. Выглядит очень и очень неплохо. Так, Водосик пытается залететь, но мы его тоже быстренько здесь сбриваем. Еще пару противников заходит. Оуди вот так вот даем. Не успеваем, кстати, дать Оуди. Но время крайне мало. Поэтому даже с моим промахом
противник все равно уже не успеет ничего сделать. 1-0. Именно с таким счетом мы заканчиваем катку и при этом набиваем 39 киллов на 18 смертей, 700 очков за такой бой. Ну и в целом все, что я могу сказать, это то, что новый обновленный вулкан с полностью приваренной башней выглядит хорошо. И кто бы мне что ни говорил, и кто бы сейчас не писал о том, что «Да нет, чел, ты чё? На нем же невозможно играть». Поверьте мне, с таким вулканом можно давать очень-очень много урона, да. Только нужно привыкнуть к тому, что у вас башня не крутится, и вам не нужно зажимать на постоянной основе. Не будете зажимать на постоянной основе, будете переключаться с одного оппонента на другого оппонента. Этот вулкан будет очень качественно реализовываться, и что касаемо урона, вот поиграв против вулкана пару уже дней, тройку, я могу сказать, что урона он наносит безумно большое количество, и играть против вулкана крайне-крайне неприятно. Пишите, что вы думаете по поводу нового вулкана, если согласны, не согласны с моей точки зрения, да, хотелось бы услышать вашу точку зрения, играли на нем, не играли. Если не играли, то я бы посоветовал бы вам попробовать поиграть на этом вулканчике. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики, поддерживать также видос, конечно же, лайком. Пишите, какую комбинацию хотели бы увидеть следующий, потому что у нас много комбинаций на этих выходных поменялись в балансе, и все я их буду потихоньку сейчас тестировать. Наконец-таки я до этого добрался. Ну и если какой-то прям определенный интерес есть, то можете написать. Если на этом комментарии будет активность, то я как раз-таки смогу понять, что нам следующее записывать и что нам следующее выкладывать на канал. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.